Украинские военные на Береславском направлении за 3 минуты хлопнули 2 российских ударных вертолета К-52. Замочили как мух на подоконнике. Как будто их и не было. То есть опять побили рекорд. Ведь в прошлый раз было 2 вертолета за 30 минут, а теперь за 3 минуты. Вообще шикарно. ВСУ сейчас гасит российскую авиацию каждый день. А это еще не считая нашумевшего Ми-8, который принадлежал Вагнеру. Сначала россияне говорили, что это наша вертушка. Но красная звезда на фюзеляже все прояснила. 2 вертолета К-52 были посажены об землю 31 октября во временной промежуток с 18:45 по 18:48. Это случилось снова в Береславском районе. Хорошо выполнило свою работу подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг». Если так пойдет и дальше, российские пилоты начнут ходить пешком. Не будет у них больше вертолетов. Наши ПВО указывают российской авиации, что здесь они не хозяева. Говорят, что пилоты с К-52 не успели катапультироваться. А значит, ждем новых некрологов с ватных пабликов. А тем временем напоминаем, что прошлой ночью на Псковской авиабазе в результате необъяснимых взрывов, 2 вертолета полностью выведены из строя, а еще 2 повреждены. Смотрите, какой красавец на боевом дежурстве. Уже, говорят, получил боевое крещение и посадил немало целей. Классная штука, хотя уже и в возрасте. Наши военные освоили немецкие гепарды всего за 1,5 месяца, что очень быстро. Сейчас они будут демилитаризировать российскую авиацию. В общем, немецкие системы ПВО работают на 5 с плюсом. Спасибо Германии за то, что помогают бороться с путинским преступным режимом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.